Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени детских инфекционистов города Москвы мы поздравляем вас с вашим юбилеем и особенно с десятилетием образования вашего научно-исследовательского института Организации здравоохранения и медицинского менеджмента. Несомненно, ваш институт вносит огромный вклад в организацию здравоохранения, в том числе оказание помощи детям с инфекционной патологией в Москве. Вклад этот в основном связан с той образовательной деятельностью, в реализации которой ваш институт играет огромное значение. Большое влияние вы оказываете на подготовку тех конференций, которые мы ежегодно в течение уже многих лет проводим под вашим содействием, под вашим руководством. И этот образовательный процесс, несомненно, привносит огромный вклад в обучение врачей-инфекционистов. Хотелось бы также отметить некоторые аспекты вашей творческой деятельности, ваша литературная деятельность, ваши журналы, те газеты, в которых мы узнаем и видим очень много информации по состоянию здравоохранения города Москвы. Это, конечно, тоже огромный вклад в образование врачей, которые должны знать не только то, что делается в своей специальности, но и, конечно, иметь более широкий круг знаний по разным аспектам. И хотелось бы пожелать вам дальнейших творческих успехов, дальнейших успехов во всех тех начинаниях и делах, которые сегодня ставит перед собой ваш институт. Будьте здоровы и творчески активны.